Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. С мужем 14 лет в браке, сыну 6 и дочери 4 года. До декрета были на одном уровне по заработной плате. Жили душа в душу, никогда не ссорились, обнимались, целовались, говорили друг другу приятные слова. С появлением первенца у мужа пошли проблемы на работе. Он откровенно перестал тянуть семью. Начались проблемы в взаимоотношениях. Оскорбления с его стороны. Списывание им на то, что я в декрете, отупело, что книжки нужно читать и т.п. С каждым разом черту переходил все сильнее, все жестче. Оскорбления конкретные, преподнесения все таким образом, что я больна на голову, якобы все из-за того, что у меня в детстве была черепно-мозговая травма. Считаю это газлайтингом. По его работе так и нет самореализации. Деньги может получить, может нет. Первое время поддерживала, он мне на это отвечал, что я не свечусь. И вот за последний год, помимо оскорблений уже конкретных и при детях, он последний раз 5-7 раз ударил меня по голове ладонью. Ранее было пару замашек, но нереальных. Хочу развод, хотя с трепетом вспоминаю наши первые 10 лет. Отец, он замечательный, квартиру продавать и делить не хочет, на переговоры не идет. Что делать, если простить, то как? Если развестись, то уйти некуда, а его с квартиры не выселить. В разводе, только в паспорте, смысла нет. На мой взгляд, здесь у вас очень серьезная позиция жертвы вырисовывается. Вот. То есть, ну, что по сути дела вы предлагаете? По сути дела, вы предлагаете простить тот самый газлайтинг. По сути дела, вы предлагаете простить оскорбление, да, насилие. Вот. То есть, ну, как бы, понимаете, штука в том, что если бы вы могли такое простить, вот, то, наверное, вы бы простили. А в смысле того, что, ну, вы бы не задавались вопросом, как это простить. А раз вопросом вы таким задаетесь, вот, то, на мой взгляд, и простить у вас это не получается. А значит, раз не получается простить, значит, для вас это неприемлемо. А раз для вас это неприемлемо, то, продолжая быть в этих отношениях, вы, ну, по большому счету, себя, как мне кажется, просто-напросто обманываете. Вот и все. На мой взгляд, ситуация, которую вы описываете, появилась не случайно. На мой взгляд, ситуация, которую вы описываете, стала возможной благодаря некоторым важным моментам. В частности, благодаря природе ваших взаимоотношений с мужем, которые, судя по всему, судя по тому, что вы, ну вот, описываете, да, не были, к сожалению, ну вот, знаете как, глубокими. Вот. То есть, на мой взгляд, ваши отношения с мужем, ну вот, как-то представляют из себя достаточно поверхностные отношения, к сожалению. И если такие отношения, то есть поверхностные, по какой-то причине стали возможными, то они стали возможными в том числе и благодаря вам. И вот как это стало возможным? Это очень хороший, как мне кажется, вопрос, на который вам нужно, ну, само собой, поискать ответ.
потому что это ваша жизнь. Потому что только вы решаете, как ее прожить и на кого вам ее тратить. Понимаете, да? Вот, вы почему-то видите только два варианта. И они все эти варианты не очень хорошие. Я думаю, что вы, судя по всему, боитесь уходить. А страх уйти означает некую эмоциональную привязку и довольно сильную привязку к вашему мужу. Именно благодаря этой привязке, как мне кажется, для вашего супруга и стало возможным такое к вам отношение. Я сейчас не говорю о том, хорошо ли это или плохо. Я говорю просто, что происходит такая ситуация благодаря тому, какой вклад в это внесли вы сами. И продолжайте вносить. Само собой, что если ситуация достаточно острая, вот это важно понимать, то есть если ситуация достаточно острая, то есть если муж вас прям каждый день сейчас оскорбляет и вот, собственно говоря, применяет насилие, то вам имеет смысл в первую очередь себя обезопасить, себя и детей. Вот. То есть физически дистанцироваться. Вот. Как угодно, куда угодно. А дальше уже, с одной стороны, да, необходимы юристы, чтобы защищали ваши права, адвокаты. А с другой стороны, необходима вам психотерапия для того, чтобы вот подобных ситуаций больше в вашей жизни не было. То есть развод не решит проблему. Проблема того, что по отношению к вам вот это стало реально. Понимаете? Вот так. Я думаю. Я думаю, что это некоторая ваша мягкость, я думаю, что это некоторая такая ваша, знаете, родительская, я бы сказал, позиция. Вот. То есть это родительская позиция по отношению к вашему мужу. И вот это нужно корректировать. Взращивать себе больше уважения, работать с самооценкой, со страхами и так далее. Если ситуация не критическая, то вы можете вполне себе заняться психотерапией, не уходя от мужа. Пока что. Постараться отношения гармонизировать, а это вполне возможно. Изменить свою модель поведения с мужем. И так далее. Все это реально. Вопрос в том, чего вы хотите. Вопрос в том, что вы сейчас находитесь, как я сказал, в позиции жертвы. Что у меня все варианты плохие. Ни на один из вариантов я не готова. Ну, в смысле, вот.
ни к одному из вариантов я не готова. Вот. И что мне как бы делать дальше, да, я, соответственно, не знаю. Вот. Ну, в этом смысле вам необходимо определиться со своими ценностями, со своими приоритетами. Вот. Какие они у вас, эти приоритеты и цены? Такая вот история. На этом все. Я надеюсь, что вам это было интересно. Надеюсь, что вам это было полезно. Я желаю вам всего самого доброго, удачи. Обращайтесь.